Здравствуйте, это часть шестая моего прохождения игры Принц Персии за Forgotten Sands конюшня. Что ж, в конюшне нам придется немного подраться. И, кстати, я беру свои слова обратно насчет системы боя, потому что она классная, прикольная система боя. Так, очень странно, почему у меня жизни, по-моему... А, я же, по-моему, когда начинал новую игру, нажал сохранить прокачку. Ладно, пофиг. Так. Странно, почему прокачки нету. Наверное, это баг игры. В общем, бьемся. Система боя нормальная, пойдет. Не должен же он быстро драться, как Бэтмен прям. Тем более, кажется, вообще смешно будет, когда нам дадут меч, который убивает врагов с одного удара. Так, значит, залазим на эту хрень. Прыгаем далее. Прыгаем. Так, допрыгали, ну. Так, я, пожалуй, видео пропущу, потому что тут ничего интересного, просто нам показывают, куда идти. Так, Б, да. Залазим на вмятину или как еще назвать, на доску. Так, отпрыгиваем. Так, здесь прыгаем немного по свисающим, не знаю что это не колонны. Угу. Прыгаем опять на... А это уже, по-моему, колонна была. А, по-моему, было были колонны, но... Они, по-моему, не понял. Ага, должно... А, просто нас обманывает наше зрение. Так, вот тут... Так, куда? А, наверное, вперед попробуем. Ладно, с богом. Опа. Ага, да, там есть балочка. Так, прыгаем далее. Так. Мне не нравится этот звук. Значит, это первые ловушки, которые я ненавижу. Особенно когда топоры много, вообще это сложно очень. Вот тут легко, тут просто крукнуться и прыгнуть. И она вас не догонит. Но потом идут, по-моему, топорики. Точно, по-моему, топорики. А, нет, мы пока еще не пойдем за топориков. Мы пока еще подеремся. Убиваем скелетончиков. Скелетончикам больно. Хотя они так уже не живые. А, им, наверное, не может быть больно. Так, вот козел. Вообще сволочь. Сдохни. Сдохни. Ха-ха-ха. Конечно, прикольно играть в эту игру с полной прокачкой с самого начала. Не извините, короче. Стеночки и отпрыгиваем. Разворачиваемся, прыгаем и бежим вверх и прыгаем на балочку. Прыгаем далее. Так. Классно, что в этой игре есть такой трюк, когда принц может перелететь, он хватается рукой. Это не в каждой игре есть. Это очень классно. Это очень помогает. Вот мы прыгаем по потолку, даже можно так сказать. Так, пожалуй, по правой слезу, потому что ближе к ней. Разницы нет. Так, вот скелетики вылезают. И их сейчас, насколько я помню, пришлепнет тем, что я ненавижу.
Опа, я попался. Я опять лоханулся. Уже не вижу топорики. Да твою дивизию. Есть. О, с третьего раза но прошел. Так, это головоломка вообще легкая, даже можно не называть головоломкой. Но тут просто крутим. Крутим. Еще крутим, наверное. Да, вот так вот. Теперь бежим и от стенки отпрыгиваем. И там сейчас мы нажмем первую балку, или как ее назвать, не знаю. Вот. Запрыгиваем и прыгаем на золотую не знаю, балку, короче. Балку. Так, и спрыгиваем по этому флагу, или как его там еще назвать. Так, значит, крутим теперь обратно. И теперь отпрыгиваем на другой стены. Бежим к стене. Лезем по ней и отпрыгиваем и лезем. Так, прыгаем на вторую золотую балку. Ой! Тупой геймпад. Тупой стик. Тупая игра. Шутка. Так, в общем, запрыгиваем. В общем, сейчас подождите, кучу проверить. Угу, я так и знал. Сейчас думал, предстоит битва со стилетончиками. Вообще, по идее, скелет должен развалиться с одного удара. Они же с костей стоят. А они рассыпаются в песок, когда нанесешь 3 удара или 4. Мочим их. Ах ты, гад, ударил меня. Как ты посмел? Дохните все. В общем, узнать жизнь врага можно легко. В общем, чем больше он окрашен в песок или в коричневый цвет такой, тем быстрее он сдохнет. Бьем. Так, отлично. Вот видите, у меня прокачана уже каменная броня. Прикольно. Так. Угу. Не понял. И чё? Камера не двигается. Странно. Должен быть другой выход. А, понятно, вспомнил я. Залазим по вот этим хреням. Прыжках. Вот мы залезли. Так. Разбиваем. Ну все, вот на этом видео мы закончим. Всем удачи и пока.